это делаю не так часто, как сегодня. Ну ладно. Пойду схожу за камешком. Так, ну я сходил за этими этими камнем. Кстати, давайте заодно еще вот сюда поставим. Ой, сюда, сюда, сюда. Сюда. Мне кажется, так будет чуть получше. Давайте попробуем везде так сделать. Или вообще здесь не надо делать. Хотя я думаю, да, лучше здесь ничего вообще не ставить. Так. И так вполне достаточно полублоков. Здесь не поставлено. Ну и здесь тоже не поставлено. Так. Ну ладно, идем делать крышу. Посмотрим, что у нас получится. Ну, 4, 3,5 стака. Должно хватить. Потому что круги сужаются все время. Так, а вот тут у нас уже ситуация посложнее идет. Так, это ломаем. И строим дальше. Ломаем. Ну и здесь уже без поворотов. На следующем круге, наверное, все 4 сделаем уже. А хотя нет, 4 много будет. Потому что, возможно, не понадобится 4. Ну, это я зря поставил. Сейчас сначала первый слой сделаем. Потом уже остальные. Так, это у нас балкон, да? Ну вот балкон, у нас такая крыша получается. Ну столько блоков внизу вообще. Ну пол блоков. Ладно. Так, возможно так, что этот нам вообще не надо будет третий заворачивать сюда. Хотя нет, чуть-чуть надо будет все равно. Так, да, вот здесь вот ему надо будет ставить. Вот. Да, слоя 3 еще надо, наверное, надо будет с каждой стороны поставить. Ой, лагнуло как сильно. Опять же. Так, ну все, теперь дальше так идем. А, нет, я забыл. Вот так делаем. Это что-то... А, это просто вот так. Значит, да. Вот, да, соединили. Ну, теперь делаем... Сколько у нас тут? Тут 3. Тут 3. Ну да, 3 слоя. Значит, ставим сюда. И вот так вот. Потом сюда. И вот так. И потом вот так. 3 слоя готовы. Теперь надо их делать.
Так, это... А, вот третий там. Блин, да что ж такое-то? Ну да, и вот третий будет вот так вот идти. Ну, кстати, не так уж и много было этих полублоков, как казалось сначала. Нет, сюда не надо. Ну вот, почти все завершили уже. Ну, в смысле, крышу. Самое такое неприятное. Наверное, во всех строениях. Самое долго строящееся, даже, наверное, так лучше будет сказать. Ой, что они делают? Тут вот так, да. И не тот случай, что продолжать стал. Так, тут еще главное не запутаться бы. Так вот. Ага, и вот так. Сюда, сюда. Ну, там внизу еще, конечно, дофига валяется. Ага. Так, так, так. Нет, сюда не надо. Или нужно еще один слой делать? Хрен знает. Сейчас посмотрим. Тут немножко... Хотя ладно. Застроим так это, и пусть будет так. Ну, вот такая вот крыша. Ну, кстати, она вроде как даже симметричная, да, идет. Ну, относительно вот этой вот, наверное, оси. Она полностью симметрична. Так, ну ладно. Теперь, значит, мы вот это меняем. Естественно, у меня нет этих полублоков, ну, блин. Берем, значит, какие вот эти джунгли, да? Джунгли у меня мало. 14, еще 2 надо. Или даже не 2. А 6. Надо еще одну древесинку срубить. Чтобы... сделать цвет нормальный. Ну ладно, сейчас рубим. Я, конечно, ростков бы еще этих джунглевых. Ну, конечно, у меня есть джунгли-то неподалеку, но все равно. А. И там полез. Я все срубил тут, что ли, я не понимаю. Это маловато всего осталось. Ну, здесь надо срубить это дерево. И все. Наверное, хватит. Ну ладно, не хватит, так что уж потом схожу как-нибудь. Такой дом куда ли. Придурочный получается. С таким балконом. Так, делаем полублоки из него. Двадцать, может, и хватит. Жалко, тут строительных лесов нету. Не особо удобно лазить так.
Да, вот строить будет не очень удобно. Да, хрен так построишь-то. Да не лагай ты, задолбал уже. Придурок. Еще не дотягивается, блин. Все, первую сделали. Отлично просто. Таких усилий требуется одна эта сторона. Просто жуть. Я думаю, надо еще было кое-что делать. Так, сейчас. Еще и полных нету, блин, собаки. Двенадцать хватит. Сколько надо? Три. Раз, два, три. Да, 12 как раз хватит. Мы их куда оставим-то? Сюда. Здесь ведь так же, да? А, здесь они под ними. Тогда нет, тогда зря это сделал. Абсолютно зря. Или не зря все-таки. Сейчас, если сделать... Давайте попробуем делать вот так вот. Это мы срубим. А вместо них поставим вот эти блоки. Вот такие вот. Возможно, будет лучше смотреться. Теперь срубаем это все. Конечно, можно было по воде забраться. Че я так сразу-то не сделал. Идем сюда. Так, вода. У меня есть вода. Поставим блок где-нибудь вот здесь и заберемся сюда. Так, теперь берем блок этот, ставим его сюда, вот сюда. Вот сюда надо как туда пробраться теперь. Ну ладно, так срубаем. Пять, да? Теперь срубаем еще вот эти. Хватит лагать, идиот. Ну вот, что у нас получилось, я здесь доделал вот этот вот, ну вот этот цвет. Вроде нормально смотрится. Осталось у нас заделать балкон. Но я думаю, балкон мы уже доделаем потом, как и внутренности дома. Ладно, спасибо, что смотрели, всем спасибо, до свидания.